Участок возле 21-го дома на Рябиково выбрали не случайно. Сейчас здесь пустырь, на который у жителей большие планы. Мы хотим этот пустырь сделать сквером, и не просто сквером, а губернаторским сквером. Вот поэтому мы делаем на сегодняшний день первый шаг, проводим здесь субботник, выпилку. Я думаю, что уже на весну следующего года мы запланируем здесь какие-то работы по устройству сквера. Здесь будут игровые площадки, будут велодорожки, пешеходные зоны прекрасные будут. Планируется собачник отдельно для выгула собак, который просили очень сильно жители нашего микрорайона. Ну и плюс, если впишется структуру нашего вот этого сквера, это будет здесь детская спортивная площадка и тренажеры для пожилых людей. Пока жители готовят площадку под обустройство сквера в обжитом микрорайоне, в более молодом по соседству юго-западном вовсю развернулось озеленение. Это действительно очень актуальная проблема. И сегодня в рамках общегородского субботника мы высаживаем порядка 80 лип. Это очень такое хорошее дерево, которое и с одной стороны будет таким барьером между жилым микрорайоном и между дорогой Камышинской, это основная трасса. На прошлой неделе мы вместе с губернатором начали высадку взрослых деревьев возле губернаторского лицея. Сегодня глава района вместе с главой города докладывает о плане озеленения всего микрорайона Юго-Западный. И мы вот такой большой командой и партийной, и администрации, депутаты городской думы вышли, чтобы сделать этот район уютнее, сделать его более зеленым, более экологичным. Не осталось без внимания и Заволжье. В новосозданном конструктор-парке «Механика» к благоустройству подключились ночные волки, сотрудники МЧС, Федерация мотокросса, ветераны ВДВ и другие неравнодушные. Сейчас мы как раз участвуем в акции «Русский лес» и приступили к озеленению территории. Мы сегодня высадили около 100 тополей, 50 елей, 15 лип, 85 хвойных деревьев, сосенок. И далее мы планируем здесь, конечно же, уже создали проект благоустройства дальнейший. Здесь появятся новые современные спортивные площадки, площадки воркаут, волейбольные площадки. Принял участие в общегородском субботнике и глава региона. За прошедший день чистоты десант благоустройства собрал несколько десятков кубометров мусора, а также листву и ветки. На месте старых автопокрышек появится современное ограждение. Кроме того, к вывозу мусора привлекали грузовики ГАЗ, КАМАЗ, тракторы и тележки.